была авторская композиция, написал ее наш барабанщик Дмитрий. Называется она «Прогулки с Мумриком». Мне все время кажется, что в конце Мумрик садится в лужу. Он в лужу садится в конце или нет? Вот об этом вся песня. Ну, в общем, на рояле, когда я играю, мне тоже не слышно. Поэтому в следующей композиции мы будем доказывать то, что мы настоящие музыканты. Она называется «Актуальное доказательство». Автор ее знаменитейший джазовый пианист по имени Херби Хэнкок. В общем, если музыканты в зале есть, я думаю, какие-нибудь есть, ну вот воспринимайте, что существуют такие музыкальные теоремы. Get it in the tempo. Get it in the tempo. I'll try to move very slow. Feeling lost in the sky. To a blue very slow. Feeling lost in the sky.
Зверского сочинения. Мы останемся в Америке, только Херби Хэнкок, он в Северной жил, мы переместимся поюжнее, где много диких обезьян, где живет замечательный бразильский композитор Иван Линс. Он пишет очень много музыки к сериалам. Вот мы сейчас вам сыграем одну песню из сериала бразильского. Как сериал называется, кстати, не знаю. Малу. Что? Малу. Ману. Хорошо. Песня называется «Комиссар...» Женщина по имени Ману. Женщина по имени Ману. Песня называется «Комиссар Денова». Я у нее знаю два перевода. Один – это то, что про комиссара, а второй – то, что давай начнем все сначала. А есть еще третий, в котором говорит, в общем, все плохо и все умерли. Thank you.
comenzar de nuevo. Y contar conmigo. Va a valer la pena. Te he amanecido. Te he revelado. Te he amanecido. Ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter mi sol he sido, ter virado barco, ter mi socorrido. Comenzar de nuevo y contar conmigo. Va a valer la pena ter mi amanecido. Se va tu más garra. Siempre tan seguras, sema tus fantasmas, sema tu amoldura, sema tus escoras, sema tu dominio. Sema tu fascínio. Comenzar de nuevo y contar conmigo. Va a valer la pena. Ya te he esquecido. Comenzar de nuevo. Sororidad, sororidad.
comenzar de nuevo.